В зале играет современная музыка, здесь нет серьезных и деловых костюмов. Зато целеустремленные горящие глаза скрыть просто невозможно. Помещение заряжено отличным настроением, ребята заслужили этот праздник. Нас ждет что-то очень яркое, очень веселое, очень милое, потому что декорации наводят именно на такое милое и позитивное настроение. Думаю, я сегодня оторвусь и потанцую. Весь совет тщательно готовился к своему первому дню рождения. За год ребята сплотились, сделали вместе много хороших и полезных дел. Поддержать и поблагодарить молодежь поселения пришли представители местной власти. Хотелось бы сказать, что на сегодняшний день им исполнился один годик именно в нашем поселении. Их всего 12 человек именно с сельского поселения Молоковское. Но, как вы видите, сзади нас у них очень много друзей. И надеюсь, что год от года их будет все больше и больше. Хотелось бы пожелать. Во-первых, сказать, что молодцы ребята, не стесняются, делают свое дело. Хочется пожелать, чтобы они развивались, расширялись, привлекали еще больше молодых ребят, девчонок. Ну и всего доброго, чтобы у них все задуманное получалось. Ну а мы будем стараться помогать. Председатель Молоковского территориального совета молодежи Елизавета Коробкина рассказала о ближайших мероприятиях и о дальнейших планах развития ТСМ «Молоковское», которых у ребят немало. Мы планируем сейчас провести большую благотворительную акцию, в которую войдет и сбор средств, и сбор игрушек, и большой в конце благотворительный концерт вместе со сладкой ярмаркой. Молодежный совет для ребят – это глоток свежего воздуха и возможность развиваться. Здесь они могут раскрывать свои таланты, петь, танцевать, учиться выступать на публике. Ну а общие дела запомнятся не только им самим, но и всем тем, кому они были адресованы. Татьяна Брылова, Даниил Дегтярев, Данил Свидерский, Ольга Садовская, Видное ТВ.